Всем привет! В эфире программа «Эль Шадай». И сегодня мы хотим поговорить на тему, которую я назвал «Покровительство отца». Каждый ребенок имеет свою маму и своего папу. И он счастливый. Если бы не было бы мамы и папы, то были бы большие проблемы. В чем бы заключались эти проблемы? Просто не было бы кому этого ребенка воспитывать. Иметь папу и маму – это большое блаженство. Знаете, дети, которые растут в детских домах или в других учреждениях, они имеют большие проблемы. Они недолюблены, любви у них нету. Им не дают того, что должны на самом деле дать папа и мама. У них очень большие проблемы у этих детей. Когда есть папа и мама, они не только дают финансы, они дают также любовь. Любовь, которая имеет огромную силу. Но сегодня хочу поговорить о другом отце, о духовном отце. И я имею в виду не Бога. Соответственно, Бог – это Бог, и Бог – это самое главное. Сегодня хочу говорить о священнике. Каждая личность, входящая в церковь, имеет своего духовника. В православной церкви он называется священник, в протестантских католических церквях они называются пастыря. Каждый человек должен иметь священника. Почему? Система работает так. Бог на земле создал церковь. И именно через церковь Бог говорит свою точку зрения человеку. Да, человек имеет общую, личную тайную комнату дома себя с Богом, и он общается с Богом, но Бог через саму церковь, как через систему, говорит через священника. Какой священник, такая церковь. Как говорят, какой поп, такой и приход, да? Если священник курит, пьет и живет обычной грязной, мерзкой жизнью, то церковь, то такие будут и прихожане, такая будет церковь. Священник не сможет получать откровение от Бога, соответственно, церковь будет мертвая. Она будет спать, она будет неживая. Но если священник ищет лица Божьего, если он не пьет, не курит, если он живет нормальной, благочестивой жизнью, не матерится, не обманывает и не делает того, что не должен делать священник, тогда церковь нормальная. Есть такое понятие, как причастие, а есть такое понятие, когда люди говорят свои тайны священнику. Они ему доверяют, на самом-то деле. Иметь духовного отца – это очень важно. Почему? Когда Бог дает откровение священнику, он благословляет священника всем. Если Бог, а как Бог благословляет священника? Он дает ему особое помазание. Допустим, я являюсь членом христианской церкви, протестантской церкви, Духовный центр Возрождения. И мой священник, мой пастор, это Владимир Мунтян. И то помазание, которое Господь дал пастору, священнику Владимиру Мунтяну, то помазание есть на мне. Когда он учит, учу я. Если он счастливый, счастливый я. Если он поднимается по карьерной лестнице, поднимаюсь и по карьерной лестнице я. Он помогает мне и всякими возможностями. И я двигаюсь вперед. Но если священник, знаете, есть такой, был такой священник, который назвать его священником было тяжело. И вот когда ты имеешь такого священника, это проблема. Что важное в том, чтобы иметь духовного отца? Во-первых, есть человек, которому ты можешь довериться, если у тебя нет друзей. А второе, то помазание, которое Господь дает этому священнику, оно автоматически переходит на тебя. Почему? Да потому, что ты ходишь в церковь Божью, где есть этот священник, а Бог дает откровение этому священнику. А значит, Бог дает и тебе это откровение. Так работает система церкви, пойми. Иметь духовного отца – это очень важно. Бог работает через человека. И через священника. Если священник вор, то и церковь будет нести послание вора, даже не говоря об этом. Если священник помазан и знает лично Бога, такая будет и церковь. Дух Святой не действует через священника, который делает грязные дела. Ты можешь увидеть такие церкви, где нет исцеления, откровения, освобождения от демонов и бесов. Где нет того, что должно быть на самом деле. Дорогой друг, очень важно, чтобы ты имел священника, или пастора, который знает Бога. Тогда и ты будешь знать Бога. И иметь священника, который будет поднят во всех сферах. В культуре, в искусстве, в духовных вещах,
финансовой сфере. Если будешь иметь такого священника, таким будешь и ты. Так работает система. Такую систему на земле придумал Бог. Есть церковь и есть священник. И Бог говорит через этого священника. Да, молиться до Духа Святого – это хорошо, но священник – это еще личность, которая пробивает дорогу. Знаете, когда летят журавли, и есть лидер, самая главная птица, она пробивает дорогу. Все давление, вот реально, все давление, которое идет на этих птиц, идет в основном на этого лидера, главную птицу. 70% силы, 70% давления, 70% ветра, который идет. Знаете, лететь за ветром хорошо, но обычно птицы летят против ветра. И вот 70% всего усилия, 70% всего давления, ветра и всего давления реального идет на эту птицу. Представьте себе, 70%. А только 30% давления идут уже на других птиц, которые летят ключом. То же самое и священник. Священник принимает 70% давления. А что за давление? Поверьте, дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. И он пришел для того, чтобы уничтожить церковь, священника, всех людей, весь приход этой церкви. Поэтому и священник – это личность, которая пробивает дорогу своим прихожанам. Его нужно уважать, его нужно любить. А не просто говорить, ну это священник, подумаешь. Священник получает максимальное давление. В чем это давление? Да, заплатить за церковь, за свет, за газ, за все остальное, но не только это давление, а еще и давление духовное. Поверьте, если священник не имеет людей, которые каждый день за него молятся, он может умереть. И духовно, и душевно, а также и физически. Поэтому нужно уважать священника. Я просто открываю некоторые детали, они очень важны. И знаете, если ты на работе работаешь, там есть директор. И поверьте, или директор, или хозяин, или как вы его там называете. И он действительно получает все давление. Он идет как танк, идет вперед. То же самое и священник. Он как танк, он идет вперед. Получая все давление, всю вражью силу на себя, более 70% или около того. Поэтому важно сегодня, важно, чтобы ты нашел правильную церковь и правильного священника и знал Бога. Это очень важно. Вот так.